есть старая история, когда говорится, вот лето красное пропело, оглянуться не успело, как зима стучит в окно. А на самом деле уже последние дни лета, и я обращаюсь сегодня к многим людям, у нас начинаются осенние праздники. Период особенного трепета пред Богом, благословения Божьего. У нас Рош-Ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Симхат-Тора. Это все Господние праздники, где мы должны более вовлечены быть в служение общины. Мы готовимся к великим праздникам, и я приглашаю вас присоединиться. У нас также начинается библейское обучение. Здесь, в MGBI, в общине, мы подготавливаем людей, которые хотят знать больше и углубиться к еврейским познаниям Торы, жизни, благословения Божьего. Я вас приглашаю на учебу здесь у нас в общине. Для каждого это открыто. Вечернее обучение для каждого из вас. Если вы думаете, что у вас будет простое время отдохнуть, его никогда не хватит. Поэтому возьмите лучше, отдохните вместе с Торой, с Писанием, со всеми нами. У нас прекрасное будущее, и я вас приглашаю в Еврейский Библейский Институт, а также в еврейские праздники, которые начинаются уже с этого месяца, с сентября. Добро пожаловать! Приглашаю! Присоединяйтесь! Да благословит вас Господь!